Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. На сцене заслуженный коллектив Республики Беларусь, оркестр народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова Могилевской областной филармонии, художественный руководитель и главный дирижер Денис Черта. Сегодня у нас поистине уникальный концерт. Впервые в Могилеве итальянский мастер игры на бандонеоне. Блестящий исполнитель, обладающий утонченным музыкальным вкусом. Один из самых знаменитых музыкантов своего поколения, который объездил с гастролями половину земного шара. Марио Стефано Пьетрадарки! Музыкант, который покоряет своего зрителя своей музыкальностью и харизмой. Фантазия на тему Эннио Морриконе «Soundscape». Thank you.
Нина Рота, посвящение Федерико Феллини.
Марио, Стефана, Пьетро Даркі! Заслуженный коллектив Республики Беларусь. Оркестр народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова Могилевской областной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер Денис Черта. Концертную программу продолжает произведение композитора Джузеппе Санджиниті «Джульетта Спайдер». Thank you.
Еще одно произведение композитора Джузеппе Сан-Джинити «Джулия». Астер Пьецолла, «Обливион», «Забвение». Thank you.
Марио Стефано Пьетро Дарки. Оркестр народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова. Адиос Нонино, Астер Пьяццолла. Thank you.
Следующее произведение в нашей концертной программе – «Соледад» Астора Пьяццолла.
Марио Стефано Пьетро Дарки. Продолжает звучать произведение замечательного композитора Астра Пьяццолла на этой сцене. И далее «Вуэльва аль сур». «Я возвращаюсь на юг». Оркестр народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова. Художественный руководитель и главный дирижер Денис Черта. Ну и, конечно же, Марио Стефано Пьетро Дарки.
Le Grand Tango, Астер Пьяццолла. Thank you for coming. It was a good pleasure.
Стефана Пьетрадарки. Оркестр народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова. Художественный руководитель, главный дирижер Денис Черта. Такие мэтры на одной сцене. Эти аплодисменты только для вас. Замечательный оркестр. И, конечно же, наш виртуоз Марио Стефано Пьетрадарки и Денис Черта. Но вы же понимаете, что зал вас вот так просто не отпустит. Неожиданный экспромт получается у нас. Марио Стефано попросил поблагодарить публику, пока он возьмет еще один инструмент. Поэтому... Вот буквально совсем недавно, когда он представлял Ле Гран Танго, он это сделал на английском, он поблагодарил всех, спасибо, что вы собрались на этой площадке. И рассказал о том, что это произведение было специально написано для Ростроповича, вот, которое мы только что прослушали, для виолончели. И специально сделано переложение для бандонеона, и вот он это исполняет. Спасибо. Ну что ж, знаменитое «Либер Танго» Астор Пьяццолла на этой сцене. Thank you.
Заслуженный коллектив Республики Беларусь. Оркестр народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова Могилевской областной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер Денис Черта. Марио Стефано Пьетрадарки. Сколько восторженных аплодисментов. И все только для вас. Также можно подарить аплодисменты сегодняшней имениннице. День рождения! Марио Стефано Пьетрадарки и Денис Черта. И, конечно же, оркестр народных инструментов имени Леонида Иванова. Я понимаю, что зал желает продолжения. Астер Пьецола, Милонга, солистка Валерия Азаренко. You know, thank you. I would like to say a big thank you for this wonderful orchestra, and I would like a big claps for them. Come on, they are incredible, incredible. Andiamo su, dai. And a fantastic conductor, Denis Certa. Incredible. Bravissimo, Denis. The really last piece, it's with this wonderful girl. It's one of the last piece of the opera from Piazzolla, La Maria de Buenos Aires. And this movement, the name is Milonga. Dell'Annunciazione. Thank you for coming. See you soon. Enjoy this spring. Thank you. Спасибо. Наслаждаемся следующим произведением. Que lo que intente despiga que vas a hacer que una rama se
celeste te va a cruir, dale que está al venir, dale que quede bien ahí. Валерия Азаренко, Марио Стефано, Пьетро Дарки. Заслуженный коллектив Республики Беларусь, Оркестр народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова Могилевской областной филармонии, художественный руководитель и главный дирижер Денис Черта. Очаровательная Валерия Заренко, солистка Могилевской областной филармонии. Спасибо вам за потрясающую музыку. Спасибо вам, дорогой зритель, за ваши теплые аплодисменты, за ваши улыбки. Спасибо большое. Продолжаем.
Слушать Либертанго в вашем исполнении можно бесконечно. Марио Стефано Пьетро Д'Арки. Заслуженный коллектив Республики Беларусь. Оркестр народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова Могилевской областной филармонии. Художественный руководитель, главный дирижер Денис Черта. Вместе сегодня на этой сцене. Спасибо вам огромное. Денис Черта, Марио Стефано Пьетро Д'Арки.